И здесь 5, 20 ультраконтейнеров, 20 контейнеров, ой, 15 контейнеров и 100 звездочек. Ребята, у меня есть свой второй канал, который называется WiderPlay, и здесь начали выходить новые ролики по этой замечательной игрушке, поэтому заходите, подписывайтесь, как только здесь у нас стукнет 3000 подписчиков, мы устроим, ребята, розыгрыш на целых 50, мать его, контейнеров. Поэтому, ребята, давайте, осталось совсем чуть-чуть, успевайте подписаться, ну и, соответственно, ролик смотрите. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по новогодним новостям. Наконец-таки нам выкатили эту просто лютейшую таблицу, там я уже просто, ребят, пролистал, там реально грандиозные новости. Сейчас мы об этом обо всем поговорим, естественно, я вам расскажу. И перед этим хочу кое-что у вас спросить. Во-первых, как бы, ребят, поставьте лайк данному видеоролику, потому что чем больше лайков, тем лучше для меня будет и для вас, потому что если наберется 1000 роликов по данным видеороликам, извиняюсь за тавтологию, вы у нас, ребят, получите 10 контейнеров. Для участия, опять же, нужно брать косарики, написать в комментариях свой никнейм, также подписаться на канал. И еще, ребят, напишите в комментариях, какой Новый год вы больше всего ждете. То есть, Новый год в Танк Онлайн или Новый год в реальной жизни? Потому что, ну, типа, скидочки там все дела или подарки вот все-таки в реальной жизни получить, тоже будет интересно довольно-таки почитать. Короче, переходим к этой всем делам. Ох, просто, ребят, смотрите, это жесть. Сколько здесь написано? Ну, думаю, написано довольно-таки неплохо. Я имею в виду по новостям. Короче, уходящий Новый год запомнится нам долго. Тара-та-та-та-та-та-та. Уже совсем скоро все погрузятся в праздничную атмосферу, наряд новогодний. Так, это все неинтересно. Сразу несколько новогодних карт, праздничные активности, скидки. Так, давайте обо всем по порядку, начиная с самого любимого. Скидки. Это мы уже видели, начинаются они с 25 декабря, закончатся, соответственно, 1 января МПКшками. Специальные праздничные события, танки, говорят, масштабным мероприятием быть. Веселитесь, подключайте друзей, встречайте Новый год. С 26 декабря по 28 декабря особый режим в матчмейкинге. Формат каждый сам за себя. Ого-го-го. Локации 3, новогодние карты. Блин. Тут сразу, знаете, что у меня в голове промелькнуло? Скорее всего, это будут у нас 3 старые новогодние карты, потому, ну, не знаю, почему-то мне так кажется. Не думаю, что разработчики замутят 3 новые карты, вот поэтому думаю, они будут старые. Особенность. Очень-очень много метеоро-елок. Ну, короче, будут у нас метеориты. Это очень хорошо. Будьте осторожны, летящие с неба на красавица могут навредить вашему танку. Не спешите приближаться к месту падения, где вас будет ждать праздничный голд или контейнер. Так, это все понятно. Получается, со 2 января по 4 января праздничный режим в матчмейкинге. Формат Джиггернаут, локация 3 новогодние карты. Блин, неплохо. Окей. Возвращаем специальный режим матчмейкинг в этом... режиме вас ждет кое-что особенное, читайте ниже. Формат кажется сам на себя. Локация 3 новогодние карты. А я вот не понял. Вот это типа особенность. Очень много метеоролоёлок. Это будет только с 26 по 28? А здесь типа не будет у нас очень много этих елок падать? Или все-таки будут? Вот это, кстати, интересно. Но то, что они еще с 9 по 11 добавили, это круто. Получается, да блин, офигеть, много дней у нас этих событий, поэтому хорошечно. Так, специальные предложения новогодние. Ой, это по донейшену, да? Так, по донейшену нам это все дело неинтересное. Составы специальные предложения. Охренеть, сколько у нас специальных предложений. Специальные предложения удачи, коинбоксы. Так, ладно, во. Дошел до интересненького, ребята. Увеличенные фонды и опыт. Играйте, веселитесь, провожайте весь праздник с 25 декабря, то есть уже с завтрашнего дня, по 11 января во всех битвах матчмейкинговые фонды и опыт будут увеличены вдвое. Это хорошо, потому что мне прокачиваться нужно. Вы будете быстрее получать новые воинские звания и зарабатывать больше кристаллов за каждую сыгранную до конца битву. Это хорошо. Ультраконтейнеры. Мы все любим открывать подарки. Так, ультраконтейнер. Что-то новое добавилось. Добавили корпус Крусейдер, элитные скины для Крусейдера, Хоппера Ариса, Дрон Кризис, кристаллы, припасы. Ну, короче, ничего не добавили интересного. Ультраконтейнеры заменят особые контейнеры в магазине.
Это мы знаем, поэтому в магазине мы будем увеличены продав... А, типа увеличены будут 300 ультраконтейнеров, 35 тысяч... Так, ладно. Коинбоксы, содержащие... Во, особые миссии и задания. Во, вот это, ребята, уже интересненько. Погнали. Так, танкисты, вы уже подготовили стишок на Новый год? Да, в лесу родилась елочка. Так, ладно, шутка, все дела. Так, супермиссия, мечты сбываются. Задача выполнить все праздничные миссии. Награда 5 ультраконтейнеров, 15 контейнеров и 100 звездочек. Хо-хо-хо, ребята, хо-хо-хо. А вот это неплохо, а вот это мне очень нравится, прям хорошо. Так, ну давайте посмотрим, у нас на миссии сперва. Задача набрать 10 тысяч очков в матчмейкинговых битвах. Ну, ребят, кстати, как я вам рассказывал, вот эти вот заданки выполнять очень легко. Берете у нас викинг, а лучше диктатор. Вот, диктатор берете, и дрончика ловкач или механик. И погнали, поехали их, соответственно. Так, получается 10 тысяч очков, 1 ультраконтейнер, 30 звездочек нормально, снежное сражение 20 тысяч, 1 ультраконтейнер, снежная война 50 тысяч, 1 ультраконтейнер, угу. Это получается какого? До 1 января. Ну, в принципе, неплохо дней выполнить, нормально. Так, подарочек, поймать 10 золотых ящиков в матчмейкинге, получить 21 ультраконтейнер, неплохо. Так, добрый эльф, сбрось 5 золотых ящиков в матчмейкинге, 1 ультраконтейнер, 10 звездочек. На Новый год к нам мчится, уничтожь 2020 танков, ого. Ну, в принципе, это тоже у нас быстренько делается, поэтому нормально. Один ультраконтейнер мы с вами получаем. Доставщик печенек. Доставь 21 флаг в режиме CTF. Один ультраконтейнер, блин. Но вот это я не знаю. Я надеюсь, что вот это будет у нас полегче. Потому что когда у нас была эта заданка в 16 на 16, это было просто нереально сделать. Вот, но надеюсь, что быстренько управлюсь. Доставщик мандаринов. Доставь 21 мяч в режиме регби. Да идите вы нафиг. Ну это тоже сложное задание. Один ультраконтейнер. Так, захвати 21... Во! Вот! О, ребята, просто замечательное у нас. Вот это изи. Так, еловый эликсир, используя рекомплекты 21 раз. Один ультраконтейнер. Да ты шо, серьезно, халяву? Нормально, ледяная крепость, использует двойную защиту, один ультраконтейнер, использует двойной урон, один ультраконтейнер, использует ускорение, один ультраконтейнер, использует мины, один ультраконтейнер. И получается 30 декабря, 1 января, использовать овердрайв 21 раз в матчмейкинговых битвах, один ультраконтейнер. Ля, а мне кажется, элита... Пацаны? Так, подождите. Сколько в итоге мы контейнеров с этих заданок получим? Заданки максимально несложные. Я даже уже закрою просто вот так глаза на доставке флагов и мячиков. И вот эти 50 тысяч очков. Это можно выполнить, ребята. Это выполняется просто вообще легко. Я в тот раз 20 тысяч буквально за один день набрал. Поэтому это нормально выполняется. То есть считаем ультраконтейнеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... И здесь 5, 20 ультраконтейнеров, 20 контейнеров, ой, 15 контейнеров и 100 звездочек. Ну там звезды еще будут 20, короче, но звезд тоже нормально, на звезды внимания не обращаем. 20 ультраконтейнеров и 15 обычных контейнеров, да ты шо. Так, Крусейдер к вам прилетит, если вы подумали, что прилетит программа, это все, он ждет супер розыгрыш специально для вас, хотите получить, ваша задача выполнить специальные конкурсные миссии в январе за каждую миссию, и супер миссию вы будете получать награды, то есть, кто выполнит их все, примет участие в розыгрыше Крусейдера, ага. Подробности специальным розыгрышем, внимание, наступает, так, с 9 января по 11 января, по новогодним картам в специальном режиме разбегутся снеговики и танки в особой краске, ищите их в битвах и уничтожайте. Так, ладно, получается с 9 января по 10 января поймай снеговика 1, награда 3 контейнера, вау, а как их ловить? А просто уничтожать, я понял. Типа, убил снеговика, получил 3 конта, окей, поймай снеговика 2,
3 ультраконтейнера. Чтобы задание было зачислено, вам нужно найти снеговика и уничтожить его. Принимать участие можно оба дня, поскольку миссия появится два раза в оба дня мероприятия. Нормально. Охренеть, вот это круто. Так, новогоднее оформление, конечно же, Новый год, романтическое отношение. Ну, слушайте. Так, ну и здесь, ребят, вторая новость, то, что у нас HD, соответственно, Харька завезут, поэтому это уже, как говорится, не новость. Ну, слушайте. Это реально годно, то есть. В итоге мы с вами что получаем? Мы получаем с вами у нас там 20 ультраконтейнеров, еще потом 3 плюсуем, 23 ультраконтейнера, там 15 плюс 3... 16, 17, 18. И 18 обычных контейнеров. Да ты шо, охренеть. А чё у меня с танчиками онлайн? Танчики онлайн что-то решили выйти, короче, из чата. Не, ну, это круто. Это однозначно круто. То есть, я-то думал, там в Новый год будет дресня дресневская. А по факту-то неплохо. Прям, ребят, серьезно неплохо. Я вам отвечаю. Потому что в прошлом году было прям фу-фу-фу. А в этом году прям not bad. Единственное, как бы, красочки, ой, не краски, а карты у нас будут, ну, обычные, да, скорее всего, старые. Вот, а так прям зашибись. Мне нравится, я буду играть. Я буду, пацаны, играть. Короче, ладно, на этом мы будем с вами заканчивать. Буду уже выкатывать для вас ролик. Кому понравился он, обязательно ставьте свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер, всем пока-пока.